И всем привет, дорогие ребята, вы на канале Накимерс, и сегодня будет обзор на станцию Кировский завод. Ну и конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Ну и конечно же, всем приятного просмотра. Ну и сейчас мы поедем на станцию Кировский завод. Ставим вагонетку. Ну и поехали. Вот уже за поворотом видно уже станцию Кировский завод. Фига, какие у меня маленькие перегоны. Да, Кировский завод не похож. Ну и конечно же мы приехали на станцию Кировский завод. Вот такие тут лампочки 3×3, которых всего тут 9. Вот такие тут узорчики. Вот. Так, конечно же, тут есть зеркало для машиниста. Ну и конечно интервал часы. Так, даже покрасить желтым. Так, ну и конечно тут есть такие таблички с линиями. Вот. Ну тут не нарисованы линии. Ну и конечно же тут у нас реклама. Ну и конечно там дверцы. Вот, ну и конечно тут направление туда, проспект Ветеранов, туда Девяткина. Вот, ну, кстати, не Кировский завод, что тут как-то так себе получился, вот. И, кстати, лампочки, видите, тут как-то неровно получилось, потому что было 4 блока, несчетно, вот. Но не получилось 3, потому что вот так. Все, колонна вот так, железным все так обмотано. Ну, я вот это вот так сделал. Вот такие узорчики. Ну, но не узоры, а там про него вот такое было. Конечно, тут Владимир Ильич. Как и в реальной жизни тоже он тут там стоит. Вот, конечно, тут есть в конце такие лампочки, но в реальной жизни они около двери находятся. Да еще они не белые, а оранжевые. Вот. Вот так. Кстати, в принципе, я вам все и показал. Так. Сэр, гляньте на пол, он как на нарске, тоже так же, как шахматы, вот так можно играть. Ну и ладно, вы были на канале Накимерс, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Конечно же, всем передаю привет, кто живет на станции. Ну и конечно же, всем пока-пока.